В Доме культуры ОХК прошел День народов Среднего Урала. Праздник, учрежденный губернатором в 2002 году и отмечаемый в первое воскресенье сентября, собрал сотни гостей и продемонстрировал культурное многообразие национальностей, проживающих в регионе, рассказывает Светлана Светличная. В минувшие выходные Свердловская область отметила День народов Среднего Урала. Праздник, который символизирует единство и многообразие 160 народов, нашедших свой дом на Урале. Это уникальное событие не только подчеркивает богатство культурного наследия региона, но и способствует укреплению межнациональных связей, позволяя людям разных национальностей обмениваться опытом и традициями. День народов Среднего Урала проводится в 22-й раз. Ежегодно в первое воскресенье сентября. Этот праздник поддержан губернатором, но по инициативе общественных организаций, национальных организаций. И это объединяющий, очень демократичный праздник, очень необходимый и вписывающийся очень хорошо в канву всех событий, которые в этом году происходят. Это и год семьи, это у нас и 90 лет Свердловской области, это, конечно, юбилей города и комбината. В честь праздника в Деканово-Уральске прошел масштабный фестиваль, собравший жителей города. Гости могли погрузиться в атмосферу праздника, участвуя в мастер-классах по народным промыслам, где опытные мастера делились секретами ремесла. Концертная программа стала кульминацией праздника, где звучали песни и танцы различных народов. Артисты представили зрителям яркие номера, отражающие уникальные культурные особенности каждого региона. Уралда яшаган. Хочу поздравить с праздником, с большим праздником, с днем народов Среднего Урала. День народов Среднего Урала привлекает внимание к уникальности каждой культуры, способствует социальной сплоченности и развитию туризма, создавая тем самым положительный имидж региона как многонационального и культурного богатого места. Светлана Светличная, Кирилл Пантелеев, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания.